Вышло новое мобильное приложение «Госуслуги Дом», которое поможет собственникам квартир решать все вопросы ЖКХ через смартфон, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Минцифра и Минстрой России ведут активную совместную работу над удобством цифровых сервисов. Для работы в приложении потребуется учетная запись госуслуг. Через приложение можно подать коллективную заявку от имени нескольких соседей. Когда управляющая организация ответит, приложение оповестит всех присоединившихся к заявке соседей. Городской департамент транспорта в своем телеграм-канале напоминает, что октябрь – последний месяц в году, когда организуются рейсы к садово-дачным массивам и обратно. В соответствии с утвержденным расписанием, традиционно с 1 октября перевозки по этим направлениям выполняются только по субботам и воскресеньям, по пятницам они не осуществляются. Дачные маршруты завершат свою работу 27 октября. 30 сентября с 10 до 12 часов в железнодорожном районе будут перерывы в электроснабжении. Это связано с аварийными ремонтными работами. Список адресов, которые затронут отключение, можно прочитать в телеграм-канале администрации железнодорожного района. Благодаря программе поддержки инициатив населения муниципальных образований в Самарской области губернаторский проект «Содействие» активно ведутся работы по благоустройству общественного пространства в поселке Управленческий. Обустраивается спортивная площадка по Красноглинскому шоссе и Парижской коммуны. Данный проект направлен на поддержку социально значимых инициатив жителей региона и средств областного бюджета, пишет телеграм-канал Красноглинского района.